Всем привет, ребята, меня зовут Алмазник. И, короче, ребята, у нас сейчас в деревне сложные времена, да, трудные времена. Потому что, ребята, у нас мэр, короче, вот мы нашли в деревне аномальную шахту, показали ее мэру, ребята, да, вот, короче. И он все, и он отгородил часть деревни, где эта шахта аномальная, вот, бедроком, между прочим, да, ну, никак не пройти теперь, да, вот. Он отгородил эту аномальную шахту, вот, кстати, да, эту часть деревни, и всех жителей сюда перегнал, и теперь они все работают, да. И вот, ребята, я, короче, сегодня хочу придумать план побега, но пока что, ребята, да, нужно добывать, и параллельно будем думать. Так, давайте, вот, алмазики, алмазики, вот, вот снизу это вообще не вариант прокапываться, там лава, да, ребята, я уже пробовал, а вот сверху, стоп, ребята, слушайте, мы же с вами можем скрафтить джетпак, да, реально, ребята, мы скрафтим джетпак и перелетим на нем, да, надеюсь, вы все знаете, что такое джетпак. Джетпак — это такая штука, если для тех, кто не знает, на которой можно летать, да. Вот, и короче, нам нужно будет его скрафтить. Я в принципе помню его крафт, да. Так, для этого нам нужно два редстоуновых блока, два алмазных блока. Ну, в принципе, алмазов тут много. И один назаритовый слиток. И еще два адских наростовых блоков, да, если так можно сказать. Давайте добываем. Все, столько алмазов нам хватит, ребята. И сейчас мы, ребята, пойдем, в принципе, крафтить. Еще и дождь пошел. Ой, нет. Еще нам нужно добыть незерит. Еще печку нужно добыть, уголь. Ну да. Это тоже без этого никак. Так, давайте копаем незерит. Отлично. Отлично, копаем. Нам нужно 4, если я не ошибаюсь. Копаем. Так, ребята, пошлите, в принципе, за нашим золотишком, да. Для крафта назаритого слитка еще нужно золото, да. Так, давайте пойдем. Так, что-то его тут нету. Да, а, вот оно, отлично, ребята. И еще 4 булыжника. Ага, все. Нет. Последний, вот, отлично, ребята. У нас теперь есть все для крафта печки. И еще, ребята, нам нужен уголь, конечно. А то как же мы будем все это переплавлять дело? Ага, так, отлично. Так, ну все, столько угля хватит. 10 штучек, да, в принципе. Давайте побежали сюда. Так, давайте. Давайте прямо сейчас бежим к верстаку, ребята. И давайте крафтим тут вот таким вот образом печку. Да. Закидываем сюда уголь и незерит. И давайте. Сейчас оно будет на ускоренной съемке. Так, вот, ребята, в принципе, у нас все доплавилось, и давайте теперь закидываем золотишко наше.
Ну вот, ребята, в принципе, наше золото тоже переплавилось. И давайте сейчас прямо, да, ребята, прямо сейчас мы с вами будем крафтить джетпак, да. И только для начала, вот прямо в этом верстаке, ну, ребята, сейчас мы возьмем вот таким вот образом нозерит золото и скрафтим нозеритовый слиток. Теперь мы вот таким вот образом редстоуновый блок скрафтим. Так. И еще один давайте прямо сейчас. Отлично. Нет, что-то я как-то поторопился. Мы еще не сейчас его скрафтим. Так, давайте алмазный блок. Отлично, два. Вот. Да, я поторопился. Мне сейчас нужно вот у священника купить адский нарост. Слушай, блин, я же забыл взять оплату, да. Да, мы будем покупать. Ты обнаглел вообще, житель? Такие борзые жители у нас пошли. Заходят в дом, в дома чужие без спроса. Ладно, открываем. Да, будем мы расплачиваться картофелем и яблоком. Ну, потому что сейчас это у нас еда в приоритете. Короче, ну еда это круто у нас сейчас. Потому что у нас еды мало. Мэр не дает еду. С грядок собирать еду нету времени просто, да. Ладно, давайте, жилье, посторонитесь. Слушай, привет, священник. А ты мог бы мне продать адский нарост? Конечно, а за сколько? Ну, за 7 яблок и за 2 картошки. А, конечно, вот, в сундуке лежит. Так, ребята, давайте прямо сейчас откроем. Хотя не, ребята, знаете что, мы сейчас этот сундук с вами сломаем. Да блин, жители, отойдите отсюда. Так, давайте вот таким вот образом. Да блин, что ж такое-то? Отойдите, все, уйдите. Жители, пошли вон, жители. Пошли вон, все жители. Так, вот, отлично, ломаем наш сундук. Сундуч ломаем. Да, ребята, если что, у нас сейчас мэр дрыхнет. Извини, житель, что сломал твой сундуч, но как бы переживешь, да, переживешь. Так, давайте ставим его обратно и кладем сюда вот это все. Ладно, пока, пока, священник. Ха, Так, ну ладно, ребята, давайте прямо сейчас мы. Да что ж такое-то? Давайте прямо сейчас мы отправимся с вами крафтить джетпак, да, давайте. Вот таким вот образом выкладываем алмазные блоки, незерит. Ой, я же забыл бородавковые блоки скрафтить, да. Так, отлично, крафтим. Два таких блока, по-моему, нам нужно. Так, ребята, давайте все. Выкладываем. Вот таким вот образом выкладываем. Хоп. Хоп. И незеритовый слиток. И да, ребята, у нас получился джетпак. Так, ребята, вот у нас есть самый настоящий джетпак, да, ребята. И прямо сейчас мы на нем полетим, да. Но за это реально нужно прям влепить свой лайк, да. Просто без этого никак, да, без лайкосика. Вот, мы его надели, и прямо сейчас мы улетим нафиг из этой деревни. О, да, только. Хотя не, я даже свои вещи не буду забирать. Да, даже так, ребята, даже так. И давайте прямо сейчас. Раз, два, три. Полетели, ребята. Уху! Так, полетели нафиг из этой деревни. Вау, круто, е-е-е! Блин, ребята, я уже так долго лечу, и нет ничего. А хотя, стоп, может быть, внизу же деревня? Ребята, давайте, в принципе, проверим, давайте. Вот таким вот образом падаем. Нет, давайте лучше джетпак снимем, а то на нас замедленное падение накладывается, чтобы мы медленно падали, да? И хоп, одеваем. Вот, все. Я успел одеть, отлично. И это что? Стоп. Вот это не похоже на деревню в Майнкрафте. Это больше похоже на город.
Офигеть, ребята! Это город жителей в Майнкрафте. Понимаете, то, что вы найдете город жителей в своем мире, просто 0,0001%, да, то, что вы найдете город настоящий. Офигеть, просто, ребята, это жесть. Да, ребята, ну ладно, я с вами прощаюсь, я пока тут буду обосваиваться, да. Ну ладно, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Ой, ладно, всем пока.